Здравствуйте, друзья! С вами Лада Лось, и сегодня на нашем канале гамма-ре-мажор для фортепиано. Друзья, давайте сначала вспомним, что в тональности ре-мажор два знака фа-диез и до-диез. Это значит, что всей фа-до вы будете играть с диезом. Кстати, если вы вдруг не знаете, как определить знаки в тональностях, в мажорных и в минорных, то обязательно поставьте в комментариях к этому видео минус. Так я буду знать, что нужно подготовить новое видео на эту тему. Итак, гамма, ре, мажор. Принцип аппликатурный такой же, как при игре гаммы до мажор. Давайте начнем с правой руки. Три пальца. Первый, второй, третий. Потом подкладываем снова первый, второй, третий, четвертый. И так и чередуем эти блоки. Три пальца, четыре. Три, четыре, три. И приходим к тонике ре пятым пальцем. Возвращаемся вниз. Пятый, четвертый, третий, второй, первый, третий, второй, первый, четвертый. Будет здорово, если вы поставите это видео на паузу и сыграете правой рукой гамму ре мажор. Для удобства и для тех, кто думает схемами, предлагаю вам схему игры гаммы ре мажор правой рукой. А теперь давайте сыграем левой рукой. Мы начинаем от тоники ре мизинцем. И дальше 4 пальца. Потом 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4. 3. Приходим к ре и движемся вниз. Подкладываем на ля 1, 2, 3, 4. На ре 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, и приходим к пятому пальцу, к тонике ре. Поставьте это видео на паузу и сыграйте левой рукой гамму ре мажор вверх и вниз. Для удобства вот схема. Ну а теперь можно сводить двумя руками вместе. Хочу сначала сказать, что если вы умеете отдельно играть правой рукой красиво и левой рукой красиво, то вместе не будет сразу так красиво. Это не проблема, все хорошо. Начинайте играть медленнее, гораздо спокойнее, чтобы мозг успевал думать и о левой руке, и о правой. Итак, начинаем. Левая рука ре, пятый палец, правая рука ре, большой. Играем подряд. Внимание! Приходим на фа диез. И тут мы замечаем, что и в левой руке, и в правой руке фа диез мы играем третьим пальцем. После этого подкладываем в правой руке первый палец, играем подряд. Теперь левая рука, накрываем большой пальчик третьим и таким образом становимся на ноту си. Обращаем внимание, что два третьих пальца в двух руках. Подряд, ре, к тонике приходим два первых пальца. Внимание, следующее очень важно. Левая рука на ми четвертый и дальше подряд. Фа два третьих, подряд подкладывание, си два третьих. Переходим ре, два первых пальца. В левой руке четвертый на ми, фа диез два третьих, подкладывание в правой. Накрываем в левой руке си третий палец, ре два первых. И по такой же схеме движемся вверх. Приходим, вершина ре, пятый палец в правой руке, и движемся вниз, подкладывание в левой ноля, фа диез третьим, как мы уже заметили, ре, тоника, первое пальцы, правое в левой, в правой четвертый на до диез. Си два третьих, подкладывание в левой, фа диез два третьих. Первое на ноте ре, подкладывание в левой, фа диез. Отлично. Если вы дошли до этого момента, этого видео, то срочно погладьте себя по головке. Я считаю, что вы чемпион. Поставьте в комментариях плюс, я тогда буду знать чемпионов в лицо. Поставьте это видео на паузу и обязательно сыграйте двумя руками гамму ре мажор. Для удобства схема.
Отлично. Ну а теперь ре мажор в расходящемся виде. Давайте сыграем, собственно, расходящуюся часть. Берем ре и ре в центре клавиатуры, между руками расстояние октава, и играем в разные стороны гамму ре мажор с теми же знаками. Обращаю ваше внимание, что здесь будет очень просто, очень легко в плане аппликатуры, потому что пальцы будут одинаковые. Подкладывание будет в тех же местах право-влево руке. Подкладываем, приходим к пятым пальцам ре внутрь, третье, четвертое, третье, и к тонике пришли ре. Обязательно сыграйте это самостоятельно. А теперь мы продолжаем. Гамма, полный вид гаммы, который называется расходящаяся, это комплекс соединения элементов гаммы в прямом движении и расходящейся. Итак, давайте посмотрим, что это значит. Начинаем внизу клавиатуры и играем две октавы гаммы в параллельном движении. Мы это уже знаем, поэтому будет легко. Подкладывание в правой, левой, си, два первых на ре, четвертый в левой, подкладывание в правой, си, два третьих, приходим к ре. И тут расходящееся движение. Первый, третий, первый. Приходим к ноте ре и внутрь. Третий, четвертые пальцы. Третье. Пришли в центр клавиатуры ре. И теперь две октавы движемся вверх в параллельном движении. Четвертый палец в правой. В левой, извините. Подкладывание в правой. Си, два третьих. Первые пальцы. Приходим к пятому. Движемся вниз. Центр клавиатуры ре, расхождение, первый, первый, к пятому, внутрь. И последний отрезок, это движение вниз. Браво! Я считаю, что вы большие молодцы. Если вы посмотрели это видео до конца, поставьте в комментариях 2 плюсика. И обязательно скачивайте схемки игры гаммы ре мажор. Ссылку на скачивание вы найдете в описании этого видео. Если вам понравилось это видео, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Так вы не пропустите следующие выпуски наших видео. С вами была Лада Лось. Занимайтесь с наслаждением!